Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Прям так? Сейчас я еще за компьютером схожу. У меня же этот новогодний подарок еще есть. О, еще раз привет. Теперь позвонили. Надо было открыть. Едем в соседнее село. На, только там куча мусора. Я половину съел. Не только я. Не надо тут. А чего ты его обратно пила? На, подержи пока. Короче, на. Ну, там еще поищи, там вкусненькие есть всякие. Все. Ну, еще покушай. Ты опять с ним? Да, я опять с ним. Че? Че ты сказал? Любимый опять со мной. Привет. Как дела? На днях на старуху поехали. По дрифту зима закончилась. Зимнюю резину убирать буду. Ну, еще месяц зимы, как бы. В принципе. Сейчас снег будет же выпадать. Вот отсюда возьми какие-нибудь хотя бы. Мне ракет нравится, понимаешь? Ко-ко-ко. Привет. А убивать? Не знаю. Старух. Блин. Вечером. Меня парень не отпустит. Говоришь, ты ж меня не отпустишь? ЧТД. Мяу. Мяу. Знаешь, не все? Да мы тихо и все. Он вообще в шоке. Сидит тут, а его девушку куда-то там зовут. Блин, ты что там ищешь, фантики или что? Конфет нормальный, я не могу как-то снять. Съеденный, который мне нравится, конфет. Ну, видишь, у нас с тобой даже вкус конфеток одинаковый. Жвачка. Ой, я ору. Салам алейкум, кормят и достар. Зови другую. У меня вон, мой суборист есть. Да? Суборист ты мой. Да. Да перестань ты так. И что ты мне одну не нашел? Нет. Покажи его. Да ну это Субару. Чай кончился. Еще налить? Угу. Субару, погнали пока. Насчет какой именно? Короче, типа Субару говно. Это еще почему? Ну вот так. Да, 4 воды. Ну в смысле из-за чего? Ну да, понимаю то, что запчасти дорогие на него. Но вообще-то японцы всегда славились качеством. Но я на BMW не говорю, я имею в виду, думал, то, что ты скажешь, то, что запчасти дорогие, часто ломается и все такое. BMW тоже не ахти какая машина. Вот, нашла на какую тему зато поговорить. Тебе крепкий? Нет. Чайник не ломай. На дискотеку. Ну и сколько в ней лошадей было? Ну супры мне, по сути, вообще, честно сказать, никогда не нравились.
это супер? Да. А? Вот, нашу, видишь, на такие темы попадают? Ну все, на, не хочу. А чего так? Ладно, скучно у тебя парень какой-то пока. Он у меня самый лучший, ребят, вот поверьте, никто кроме него мне не нужен. Потому что люблю. Властелин колец тебе. Правда, заканчивается? Да пипец, слушай. Что с тобой? А если задание будет переспать с кем-то из парней? За миллион бы переспала? Нет. Два. Валия. 3 миллиона за легкий Петя. Да. Конечно, да. М? Нет, еще раз нет. Ни с кем на этом острове, ни за какие. Давай давно встречаетесь? Да, давно. Уже скоро год будет. Шалеть. Да, меня кто-то терпит уже почти год. Да? В смысле? Георгий? Видел? Пора уже. Чё пора уже? Замуж? Никто-то не предлагает. Да, Георгий? Это спорщик только девушки. Ты не смотрел? Если вы до сих пор не накопили на остров за границей, не расстраивайтесь. Всегда есть вариант бесплатно. Менять его, а то ему... ему скажи, что замуж. Не собираюсь ли его менять? У меня Гоша самый лучший парень на свете. И кроме него никто не нужен. Да, Гоша? Нет. А, да. А что, надо еще? Могу кипятка добавить? Могу кипятка добавить? Пока. О, привет. Ирсултан. Все, домой пора. Набери себе таких конфет. Я их набрала с дури, у них никто кроме меня не ест, а мне уже заколебались. Привет! Как дела? Только что было много людей. Ну как, трое. Уже ноль. Ну и все, я тебя простила. Это за нашу ссору. Я новый образовал. Я думал, что новый образовал. Я обиделась. Да. Привет, как дела? Мне так это реклама прикалывает. Какой-то непонятный левый чувак приходит кому-то выпивать твой кофе. Вкус, хорош внутри,
Джорджиано. Я люблю. Короче, мне скучно.